Готовы? Ты не готова? Сбросила. Обратный отсчет. 5, 4, 3, 2, 1. Старт! Этих ребят нужно поддерживать с первых минут. Но сейчас может быть то, что они выйдут из 5 минут в этом комплексе. Но это лишь твои предположения. Это факт. Незнанов Антон, атлет в бандане, это супруг Незнанова Оксаны, которая является лидером среди девочек. Вот такая спортивная семья. Смотрите, как резво начали атлеты. 15 трайстеров и 15 бёрби. Их заход хочется комментировать и комментировать. Это последний, самый мощный заход первого круга. Константин и Незнанов, уже 3 атлета перешли к трастерам. 12 трастеров. Обратите внимание, что ведущие атлеты могут выполнить этот комплекс без единой остановки. Вот такие они мощные, ребята. Рыков и Незнанов уже перешли к бёрби. От них не отстает Климкин по третьей дорожке. И Федя также их догоняет. Бросает штангу, и уже у него пошли бёрби. Перешел уже к 9 трастерам. Вместе с Незнановым они выполняют последний круг трастеров и бёрби. 2,5 минуты всего лишь. Подойди, пожалуйста. Я понимаю, что лучшее время 5:08. И Федев также догоняет вместе с Климкиным лидером. Вот это скорость! Давай, Костя, не торопись, сделай все ровно и красиво. Немножечко отдышаться, перевести дух и продолжить выполнение упражнений. Всего лишь 9 трастеров. Потерпеть 9 бёрби и двойные скакалки. Нефедев также перешел в бёрби. Его догоняет Клинкин. Костянка, давай. Обратите внимание, что Рыков уже на двойных прыжках. Прошло всего лишь 3:26. Закроют ли они за 5 минут? Один бой на скакалке, и лидер может смениться. Скакалка – хорошая штука. Поддержите лидеров наших соревнований! Закроют быстрее, чем за 8 минут, поэтому мы не будем отсчитывать 30 секунд. Просто кричите, кричите им! С вашей помощью они выиграют! Костян отдышался и пошел, ты можешь! Давай! Соберись, Костян! Вышел из 5 минут. Антоха, давай, догоняй, закрывай. Давай.
5, 4, 3, 2, 1, и есть Незнанов Антон! Незнанов также вышел из 5 минут. Примерно 4.50. И Петин, и Климкин догоняют лидеров. Вот это скорости! Есть? А нет, еще нету. Стоят довольны, даже не могут двинуться после всех упражнений. Тяжело? Очень тяжело. Забились ноги. Антох, как ты себя чувствуешь? Нормально. Что у тебя забилось? Голова у него забилась. Задумался. И Федик также закончил упражнение. Климкин молодец, загнал его. Тем временем, Никита по первой дорожке уже прыгает, двойные прыжки, мне кажется, скоро он уже закончит. Остается минута и 5 секунд до конца этого комплекса. Есть, закончил!